короче, свою обычную печку пытаюсь перевести на газ. Сейчас вот сделал такую дверцу, в которую вставил горелку маленькую. Здесь открыл лючок, верхний закрыт. То есть отсюда пока идет тепло. В доме сейчас 15,5 градусов. Вот. Время сейчас без 15 час. Сейчас посмотрим, сколько он вообще прогреет дом и сколько он вообще будет держать. Вот. Шумит она вот так. То есть на самом деле это не очень громко. Вот. Ну, посмотрим, короче, что будет. Итак, поехали. Так, ну смотрите, получается, что за 3 часа, раз, два, три, за 3 часа данная конструкция набрала, было 15,5, да, 15, 16, 18, 3, ну почти 3 градуса. Вот, и я вам скажу, что здесь комфортно находиться. Камни держать руку прям невозможно, они горячие. Вот. И, соответственно, как бы отсюда тоже идет воздух горячий, как от калорифера. Сегодня попробую ночь поспать. Посмотрю, что будет. Так что продолжаем экспериментировать.